Инкубационный центр – это место для студентов, желающих создавать собственные инновационные проекты и развивать их. На сегодняшний день они уже действуют в 7 высших учебных заведениях страны. 6 в Ташкенте, 1 в Карши. Вопросы увеличения их количества были в центре внимания встречи ректоров вузов, прошедшей в столице. Университет Инха. Именно с этого адреса началось ознакомление гостей с потенциалом инкубационных центров, созданных по стране. В основе условия для трансформации оригинальных научно-технических идей молодежи в реальные бизнес-проекты и стартапы. Содействие с упором на результат. Цель встреч – практическая реализация поставленных руководителем страны задач по внедрению новых принципов управления высшее и специальное образование. Знакомясь с конкретными проектами в шоуруме IT-парка, участники встречи подчеркнули, что такие инкубационные центры при вузах является прочной поддержкой для начинающих стартаперов. В примерах звучало об успешных компаниях, внедряющих самые передовые технологии, воплощающих в жизнь неординарные научно-технические идеи. Ректоры вузов подняли вопрос активизации взаимодействия с IT-парком в целях создания инкубационных центров. В 2021 году был сделан упор на развитие физики и иностранных языков. Наши студенты должны быть не только физиками и инженерами, они должны идти в ногу со временем и знать программирование, искусственный интеллект. Для этих целей мы, конечно, будем развивать проекты совместно с IT-парками и с Министерством инновационного развития. Мы в будущем, у нас есть дорожная карта, хотим открыть новые направления, например, по ядерной медицине и, возможно, по IT-сфере, которая будет востребована для энергетики. Перспективы развития направления большие. Важно, чтобы сами молодые люди были в курсе. А потому не только в столице, но и в Ташкентской области, в Черчикском государственном педагогическом институте, в Каршинском центре IT-математика, Джизакском IT-технопарке, Андижанском технопарке Digital City и в Наманганских учебных центрах IT-School студентам и учащимся будет дана вся необходимая информация касательно программного технического обеспечения, мобильных приложений и новых возможностях создания на их основе интересных и востребованных IT-продуктов.